Равно приветствую всех на наших каналах. С вами Катя, Всем Диана. привет. Мы продолжаем играть в Dying Light. У нас абсолютно новое место, новая локация. Ну как Вроде новое? как. Мы здесь были уже, потому что вот по ту сторону моста находится рыбацкая деревня. И мы, в Ну принципе, на эту плавучую платформу тоже уже приползали. У нас здесь был сайт-квестик. да. Но, как я понимаю, это теперь будет наш, возможно, хаб, потому что здесь и Спайк сидит, который Основной. делал для нас гранат, ну, взрыв пакеты, все дела. Всякое такое. Ну вот. Доктор Зеро, к сожалению, умер в прошлой серии. Его убили наемники Мы не Райсон. смогли его спасти, к Да, мы сожалению. пытались, но, увы и ах. Вот. Ну, короче, будем мстить. Я мстю, мстя, и мстя моя страшна. Это точно. Я хочу застрелить его. Я тоже. Все. Отлично, мне понравилось. Мне тоже. Сейчас я испробую свою способность не терять, как говорится. Да, не спадает пелена теперь. Но опять-таки держится недолго. Один удар в голову Ага. просто решает. Так. Отлично. Мне нравится. Ну, да. Так, ну что, погнали на заданьку, наверное, да? Да, давай. Так, куда нам вообще нужно-то теперь? Кстати, а ты знаешь, что у нас тут одна сейф-зона незачищенная наверху? Это что? Прикинь. Давай пойдем к ней. Пошли. Пошли, я У тебя тоже. появилась на карте моя метка зеленая. Да, появилась. Отлично. Вот у нас там как раз это последняя, прям последняя уже сейф-зона. Давай с ней разберемся. Значит, пошли. И мы зачистим все зоны. Ну, по крайней По-моему, мере, в даже этой за это части есть города. ачивка. У нас просто получается так, что когда мы уйдем из этой части города, мы в нее больше не вернемся. Поэтому По я. сюжету, да? Да. Вот, поэтому хотелось бы здесь уже зачистить все заранее. Ну да, в этом есть резон. Наконец-таки. Ой, тут какой-то человек есть. Да? Так, ну-ка, я бегу. Я бегу. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой. Мне так повезло. Что? Что? А, блин. У меня мужик такой просто поднимается по стене, такой, ты о чем? Что? If you got a point, now would be a good time to get to it. Patient, huh? Can't wait to get out there and kill some zombies, huh? They go everywhere under the city. You name a location, we've got a sewer line running about 5 or 10 meters below the surface. See, we were able to tie them into a bunch of existing caverns. Waste not want, am I right? They spread out under the ground in every direction. Most of them, much larger than standard sewer lines, too, makes navigating around in them a snap. They sound like a great place for zombies to congregate too. Well, no system is perfect, is it? Ничто не совершенно, да? О, ой, блин, твою мать. Просто из этой самой, из канализации просто вылез прыгун, а я просто пошла к ящику. Называется. Просто пошла к ящику. Так, ну если что, я тут тоже вскрыла один. Не знаю, насколько он там действенный. Тут есть у меня ломик, по крайней мере. Великолепный лом! Что? О, там Что? Что? Великолепный лом. Где? В Нифига ящике? себе. Ну-ка. Да, в ящике. Но Так, я тут не тоже знаю, ящик кому есть. выпадает. То есть, как бы, это я тут нашла великолепный лом. Так, у меня Достали. здесь просто топор гвоздодер. Да? Ну, пойдет и это. Но я, по-моему, себе прокачала этот шанс найти более полезный предмет. А, Там. ну, прикольно.
так иду. Что-то взорвалось, то, что был такой, как будто произошел взрыв, и сейчас собираются прибежать сюда. Да, все уже, она там сдохла. Ага. Попробую обмазаться. Меня это забавляет в каком-то смысле. О, блин, какая гадость все-таки. Так, а здесь залезть нельзя, да? Здесь залезть нельзя. Пытаюсь понять, где можно забраться наверх, потому что... Train, one more thing, mate. Do you remember that girl from Sector Zero, Troy? Yeah, she called to thank me after I got the antenna towers working. You should contact her when you get there. Good idea. Thanks, Brecken. А, можно, в принципе, по дороге дойти. Тут эта дорога дальше направо поворачивает, это норм. Мы как раз я дойдем. Нашла грибы. Все. Что нашла? Комплит. Грибы. А, грибочки, грибочки. Ну как это, я без грибов, ну что это? Ну да. О. Открытая местность, прям такая. Угу. Так, тут есть громила на мосту. И мне, если честно, очень хочется его завалить, но, наверное, лучше не шуметь. Встреча с местными. Отлично. Троих прямо одним ударом. Так, о, я нашла, тут травичка есть, надо траву собрать. Вы еще сюда так, пришли? Трава. Все, трава собрана. Что у нас вот здесь? Ау, люди. О, тут фигурка, если что, есть в доме. Да вот там, где я. Плюется. Так, сундукин. У тебя там все нормально? Нормально, я выживаю. Просто в меня какая-то зараза плюется, я могу понять, где она стоит, эта зараза. Плюющаяся. А, нашла. Так, еще один сундукин. Не убей меня. Так, Паль. Сейчас. Прости. Не-не, ничего, там, нормально, все. Сейчас там... я постараюсь к тебе добежать. Там лежит. Стоит этот, который плюется. Да пофиг, я просто пытаюсь тут найти выход, потому что. Сейчас. Так. Ну, если что, не спешу, мне осталось всего 10 секунд. Я должна. Черт! Да. Чуть-чуть не успела. Но я за тебя вот отомщу. 77 очков. Но я за тебя отомстила, если что. Спасибо. Так, а ты где теперь? Где ты отреспавнишься? Сейчас посмотрю. Там, а я где? И хороший вопрос, где я? Понять бы. Но я в какой-то лежанке здесь, короче говоря. Сейчас. А, я поняла, ты возле этой ближайшей сейф-зоны отреспаунилась. Mm-hmm. Только как из нее теперь выбраться? В крыше дырок не вижу. Короче, я тебя подожду. Тут сразу на повороте улицы есть открытые ворота. Здесь есть небольшой дом. Поняла. Вот, я у него еще как раз вот... Я у него как раз вот сейчас лутаю. Все, что плохо лежит здесь. Замуровали демоны. Как выйти-то? Прикинь, я не могу отсюда выйти. Пипец, блин. И бить я ничего не могу разбивать. Мне с тобой прийти? Как-то того. Приходи. Хорошо, сейчас. А, все нашла? Да? Похоже, шкаф надо толкать. Ну, толкайся ты, блин. А ты на этой самой... Нет, ну подожди, если шкаф подвинут, то это типа сейф-зона, то есть ты как бы не можешь его отодвинуть уже. Иначе ты сейф-зону раскроешь снова. Сейчас я к тебе приду. А, вот она. Я не видела дырку. А, все, ты нашла? Да. Окей, хорошо. Ладно. Аллилуйя! Я реально ее не видела. То есть, либо она не прогрузилась, либо что, ее не было. Ну, возможно. С
специально смотрел. Так, еще один взлом трудно. Ну, давайте. Тут просто несколько сундуков есть, поэтому... Угу. Ну, я иду к я тебе. Я тут и сижу долго. Да, давай. Я тут неподалеку. Так, топор и что-то еще странное. Ну, а, тут этот, окей. А, у меня улучшение оружия называется зверюга. Хлол. Так, ключевой поцелуй. Что тут у нас? А, у меня уже все, все улучшалки стоят здесь на ключевой поцелуй. Хорошо. О, лук можно улучшать. Я нашла много-много травы. У меня теперь лук будет наносить больше урона. Клёво. Ага. Так, ну и окей. Так, а это у нас тут что? Ну, это точно не сейф-зона, ну и ладно. Не, это не сейф-зона. Тут, короче, смотри, вот здесь, там, где я стою, есть сундук. Mm-hmm. Вот. Плюс в небольшой пристройке вот здесь за домом тоже был сундук вроде как. Mm-hmm. Я взламывала. Так что можно пособирать плюхи. Поняла. Попробую. О, поесть можно. О, травичка отреспавнилась. Да-да. Так, есть. О, какой камешки, какие интересные. Слушайте, что-то там какие-то великие вещи попадаются. Так, ломик, когда пойдешь. Античный клевец я нашла. 147 урона. Прикинь. Надо тебе качнуть эту штуку, которая позволяет находить предметы ценные, ну, больше ценных предметов. Хорошо, она на уровне выживаемости прокачивается или где? По-моему, да. Сейчас тебе скажу. Да, ловкие руки называются. Обыск становится намного быстрее, возрастает шанс найти больше добычи. По крайней мере, мне кажется, что это повлияло на этот процесс. Так, а ты тут вообще была? Где вот сад, огород и прочее? Да, конечно. Ага. Просто пытаюсь понять, есть ли смысл гулять. Тут, кстати, красиво так. Ты точно? Ну, тут, да, миленько. Так, повышение уровня силы. Ну-ка, что тут у нас... Мне еще. Да. Мне прокачивать уже больше нечего. Пипец. Ну ладно, давайте вот это прокачаем. Вот уж не знаю зачем, но пусть будет. Да, ё-моё. Так. Так, я хочу. Женщина, здравствуйте. Ну, лезьте ко мне, наверное. Чего вы не лезете-то? Отличная крикетная. Давайте, бита. Женщина, лезьте. Лезьте. Ну что вы не лезете-то, ё-моё. Ну что вы тут стоите-то, как не родная. Господи, женщина, ну вы шо. Вот и все. А ору-то сколько было, ору. Ужас. Тоже мне. Тю, фигня. Так, ну что ты там делаешь-то? Я тут. Тут травичку это нельзя, да, собирать? Mm-mm. Я уже все тут поисследовала. Нашла еще отличную крикетную биту. Что-то прям какой-то необычный лут появляться начал. Так. Прям интересно. Я заблудилась чуток в этой темноте. Ну, ну да, можно, там, в принципе, там, выдвигаться там, дальше уже, потому что, да, ну, пошли. Уже сидим здесь довольно долго. Зачистить зону? Да. Она немножко отличается по направлению к нам, ну, от нашей цели, но ничего страшного. Но все-таки зачистить ее надо, потому же что это последняя сейф-зона. Ух ты, гля, кусок моста такой. А мы в ту сторону пошли? Ну, сейф-зона, она вон она, там дальше, вон, видишь, флаг сейф. Ну, тут можно спрыгнуть вон дальше с эстакады, мне просто интересно посмотреть, что здесь. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эть! Отлично.
Добивание, да. Да, я себе прокачала эту штуку, теперь можно ломать головы людям. Так, ну что, вот и сейф-зона, теперь ее надо занять. Да, зачистить. Только для начала хорошо бы понять, где она закрывается здесь. Ну давай, пока я тут с бегуном разбираюсь. Ищу... А, подожди, сейф-зона прямо наверху над нами находится. А. Вроде как. Уверена? Да. Да, да, уверена. Так. Сейчас я пытаюсь на нее залезть. Да блин, твою мать. А, вот тут повыше. Да. Вот что такое? Ты чего не лезешь вообще, придурочный ты? Ну тут много кого нужно. Там на через эти ямки большие. Я пытаюсь. Вот. Так. Все. Что-то мне понравилось хедшотить. Ой, блин, кто меня тут... Так, остался последний где-то. Угу. Тут еще они идут. Сейчас тут свет надо включить. Ух ты. Все, сейф-зона сделана. Отлично. Прикольно тут сейф-зона, должна сказать. Такая прям на краю моста. Аккуратнее, там этот бежит, а мы с тобой не можем здесь драться, уходи оттуда. Вот так вот. Пипец, блин. Почему? А, они вон, видишь, откуда вылезли? Вон. Сверху они выпали, да. Да. И мы не можем с ними драться, блин. О, тут флажок есть. Ай, ой, минус колени. Ну ладно, переживем. Ой. Бросили груз? Это я уронила зомби туда, и он, похоже, того. А-а-а. Так, тут зомбиков нет больше, он исчез, походу. Ну, слава богу. Потому что нам нужна зачищенная зона. Нет, тут нормально все чисто, чисто. Ну, я залезла. Ну, вот они, видишь, поспрыгивали и пропали, скорее всего. Тут, кстати, да. Так темно. Пипец. Но здесь темно, да, согласна. Так, где-то здесь, возможно, будет еще один журнал. Ну-ка. Да вроде бы нет. Так, ну, ну в все, принципе, значит, в принципе, чего, будем ждать ночь здесь? Ну, переждем, днем пойдем. Да, я думаю, же... да. Давай. Ну, думаю, есть резон. Давай. До вечера. Только кто уже там вечереет, и ночью тащиться через весь город не сильно хочется. Включите вторжение. Нет, спасибо, нет, 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 нет. Нафиг надо. Так, а что, еще всю ночь? Не-не-не, все. Вон, 10 часов спустя. Темно из-за темного. А, вот тут типа спрыгивать можно на горы трупов. Ну, мусор. Кошмар. Бляха-моха, я упала на горы трупов, на кишки. Кишочки. Так, ящик с отмычкой. Нафиг она мне нужна вообще, ваша отмычка? А у меня батарейки тоже не особо нужны. Так, ну чё, 400... А, слушай, у меня тут отмечено на карте небольшой значок слева от нашей вот этой вот сейф-зоны, рядом с которой мы находимся. Ага. Людей Райса заметили в тоннеле рядом с озером. Да-да-да. Я не знаю, туда надо идти. Просто, в принципе, это по пути. Ну, как бы рядом вот с нами... Можно проверить это место, а потом пойти на нашу точку. Ну, уже. Давай. Я поставила свою метку. Это нам нужно по дороге направо бежать. Ага, поехали. Так, что у нас тут? Кхм.
Дофига народу. Там дальше автобус, на него можно залезть. Там дальше взрывник. Я знаю, знаю, знаю. Я не оглядываюсь. Он бахнул. Так, тут пусто. Возможно, придется здесь через проход идти. Через старый знакомый так. Проход. Слышишь кого-то? Да. Вон. Я отключила фонарик на всякий случай. Так, тут какой-то чувак. Иди сюда, ко мне. С ним поговорить можно. So you remember me? I know I remember you. You were at Rice's camp when I lost my hand. You were one of Brecken's guys. If you were anyone else, I'd kill you. Oh, lucky me. Это которому отрубили руку в самом начале, да, да, да. I'd settle with that psycho in my own time. But first, I need your help to find my brother Nazim. He's the one who helped me escape. Мне кажется, он заражен, посмотри на глаз, или просто ударили. Не, ему, скорее всего, просто вы, да, ну, долбанули сильно. И лопнули капилляры. Да-да-да. Синяк такой фиговый. In case things got too crazy. Not like stealing, but protecting for the future. Это воровство и есть по большому счету. Until you got caught. We still got plenty left. Weapons, medicine, money. We've got stashes all over the city. But now Rice's men are looking for us, so I have to be careful going out. So we've got a deal? I'll think about it. It will be worth your while. Короче, сайт квест. Да. Ну, можно им заняться, в общем-то, сейчас. В принципе, почему да. бы и нет? У нас, кстати, два уже, два побочных задания. Где же ты, брат, и аккумуляторы, и брань. Ну, выбирай любой, все равно, в принципе, куда идти. Так, ну, давай я, наверное, выберу. Так, а ты и выбираешь, потому что ты хост. Ну, я и говорю, задание. Так, доложите Толги и Фатину. Давай тогда, где же ты? Давай. Брат. Где же ты, брат? Брате. Брате. Кстати, так. Недалеко относительно. Ну да. Надо только, получается, выйти отсюда. Ну, обратно, короче, пойдем. Господи, посмотри на эту прелесть, которая сидит в автобусе, гля. Он не может до нас добраться, уйти, господи. Утю-тю-тю. Прям как хомячок в клеточке, да? Утю-тю-тю, не получается, да? Не получается. Не получается, вон он смотрит на меня, но все никак, да? Ути, божечки, вы щели. Не буди лихо, пойдем. Да блин, ну черт. Нам направо, 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 направо. Прыгиваем, короче. Ай, минус коленки, ну ладно, хрен с ними. Тут есть ящик. Пойдем. В узлом нормально, ща. Сейчас все будет. Короче, если что, я стерегу. Да, все уже. А, весло. И ничего особенного. Да. Мясницкий нож. Аллилуйя. Так, я надеюсь, здесь можно, пока мне будет залезть наверх. Да. Охотничий нож. Ладно, возьмем его, разберем на детали. Это нужнее, чем ракеты. Кстати, тут реально надо разбирать всякую хрень. Так, 127, вот это тоже разберем. И нормально. Вот это тоже разберем, нафиг надо. Я же говорю, у тебя немножко другая винтовка все-таки полицейская. Да? По длине, по форме. Ну а вот ну-ка. Смотри. О, да, слушай, мне она вообще друг. Мне она, знаешь, очень напоминает винтовку. Я с такой в КС-ке бегала в один это, в КС-1.6. Есть когда... наподобие. Но я просто вспоминаю, типа, крутых легалых там было. Что-то подобное. Ух ты, тут такой вид красивый открывается на город вообще. Ну, это старая добрая локация, знакомая нам. Да, мы здесь уже были. Так, братюня должен быть где-то здесь. Вот, нам сюда, похоже, нужно в здание зайти. Так, чувак орёт внутри. Идём. Там бандит какой-то.
Ничего, застрелим. Да. На любой у нас проблема. Как же хорошо, что у нас есть огнестрел. Божечки-кошечки. Это просто, блин, прекрасно. Находили способы так, выживания без него. А ну-ка, сейчас подожди, я взломаю. Тут взлом трудно, мне интересно, что это здесь. Давай. Так, ведь осталось чуть-чуть. Ать, молодец. Что у нас тут? У нас тут есть еще что-нибудь? Ради чего мы тут взламывали? Да? Мусорное ведро. И все, что ли? Даже бутылки виски какого-нибудь нету. Фигня. Да вообще. Что за фигня? Ой, тут какой-то труп. Ты на меня будешь прыгать? Расскажи мне. Так, о, Марли, спасибо. Так, что у нас здесь? Он мертв. Мусорные ведра с отмычками. Пожрать и бухло. Вот бухло, спасибо. Так, а куда нам надо? Я думаю, что нам похоже... Э? А куда? Нет, а куда? Чё? А где? А чё? А? Может, какую-нибудь вентиляцию там, я не знаю, или ещё. Потому что тут в туалете только один вот труп висит, и всё. Ну, да. Ну, в смысле, сидит. Ну, да, я поняла. Так, ну тут это что-то... Блин. Странно, да? А, во, нашла! В первой самой двери, которую взломали. Ой, всё. Так, во. Иди, да, блин. Ай. Во. Я сделали. Еее. Так, фонарик. Так. Аккуратненько. Направо, налево? Направо. Что-то мне мигание вот это не нравится. Там что? Там взрывник. Я не так. Упала. И я тоже. А была такая вероятность. Я чую, что такая вероятность будет под каждой решеткой. Да. Может быть, ну, нам ее где-то выбить надо? Вот под этой, наверное. Да, он как раз тут под нами. Давай, взрывайся. А, ну понятно. Что? Взорвалось, решетку выбило. Да? Я не хочу, если честно, спускаться. Ну, я лучше винтовку надо. Возьму. Я взяла огнестрел, если что. Угу. Надо, короче, где-то, наверное, выключить, может быть, эту... Да. Все? Да. Так, а где этот Назим? С ним где-то поговорить надо. 18 метров. А? А, он в комнате вот сидит. Ага. Сейчас давай осмотримся немножко здесь. Давай. Тут, блин, по-моему, явно можно полутать зомбей. Эффект буке от огня. Да. Да ни хрена не видно, короче. Да, пошли, короче. Просто на розе, да, все, жду тебя. Нам просто типа вода застилает глаза, поэтому мы ничего не видим. Как он встает, интересно. Ну ладно. Это божественная сила. Это первое, что мне в голову пришло, блин. Блин, до меня только дошло, господи, я такой бред сказала сейчас. Так, чтобы покинуть, удерживайте. Все, можно уходить отсюда. Ну да. Кто-то жаловался на отсутствие шуток, да? А чё, кто-то жаловался? Ух ты твою, блин, ты ж ё-моё! Мать твою! Меня просто, я такая, а чё, где, куда? Уходи оттуда. Уже.
Просто уходи оттуда. Уходи, уходи, выходи оттуда. Ща. Все. Да я просто этого завалила, громила. Мне было заняться нечем. Так, нам надо вернуться к Назиму. Ой, в смысле, к Осману вот этому вот. Только я опять забыла. Не, к Осману вот этому вот. То есть, короче, нам сейчас надо прямо и... Назад. Ну да, назад. Чуть-чуть сейчас правее надо будет. И потом на мост. Ну, короче, как мы пришли сюда, так вот и вернуться надо будет. Ну, понятно. Значит, побежали. Так. Надо текать отсюда. Да-да-да, потому что тут не варик вообще. Блин, мне не хватает тех самых патронов, которых мы взять не могли. Так они всегда, всегда так. Ой. Ой, прошу прощения, что-то у меня всё просто... в порядке. Горло пересохло. Сейчас попыталась вздохнуть, я аж закашлялась. Ага. Так, я тебя жду наверху. Вот, нам сюда надо идти. Сейчас иду. Ну, по-моему, я иду правильно. Да, нам сюда. Иду к тебе. Угу. Хорошо. Возьму-ка я пока пистолетик. Так, там за тобой бежит нечто. Но я думаю, мы успеем убежать. Оно не такое, оно не горит у меня кратко. А, ну окей, я просто увидела, что он там перелезает через забор, такая думаю. Ща полезет. О, сколько тут травы и зелени. Да. Прямо по пояс. Угу. Не кось от клещей там, наверное. Блин, в Верментайде есть карта, в которой нужно пересекать поле, ну, заросшее травой. Ага. И там клещи, есть, да? И есть персонаж-гном. Так вот, когда пати идет по этой карте, гнома в траве не видно вообще. Ему приходится за собой это прыгать, чтобы как-то получилось что-то. Да ладно, не трать его. Все. И это просто так забавно смотрится, когда гнома тупо не видно в траве. Это такой ор. Так, мне кажется, что тут что-то нехорошее. Ой! Какого хрена? В меня кто-то кинул что-то. Тут вообще-то Райс. Наемники Райса. Так что аккуратно. Их очень много. Ну, я часть перестреляла. Так, вот тут еще двое за дверью находятся где-то. Но их, наверное, вот с этой стороны. Вот там вот с этой стороны. Так, оно сейчас, возможно, подойдет к нам. Нет, они все пошли в другую сторону. Они убежали от нас, дебил. Да не дебил совсем вообще. Они... Так, все. Готово. Отлично. Ну, вроде как. Но что-то как-то игра... вот, все. Ну-ка, мужик, ты как? Ты живой? Его ранили. Райс's men got your brother. He talked before I could get to him. So Nazim is dead. No, he's all right, though you're both short a few fingers now. Anyway, he says he wants you to meet him at the Red Wall stash. He said you'd know what that means. It means you didn't double-cross me. You're a straight shooter, Brecken's guy. You want to join me and my brother? Нет. Yeah, no, I'll just take my pay. Fair enough. I promised you good. This is good. О, пошли за тайниками. If you can get to them, they're all yours. Good luck, Brecken's guy. Ну, Круть. Спасибо, золото хотя бы. О, а что тут у вас? А, ничего здесь нету. Понятно. Так, но у него тут дохрена всякой... Вот я вот это вот все сейчас буду... тырить. Лутать? Да, конечно. У него мачете лежит? Нет, это такой сикач. Сикач какой-то, да. Так, спасибо.
Составная бита. Кстати, составная бита прикольная штука, из нее можно крафтить всякие вещи. Ну, из нее там крафтить можно какую-то интересную вещь. Так, что у нас тут здесь? Открывай. Фигня. Понятно. Так, что бы разобрать? А, вот охотничий нож. Да. Отлично. Так, ну, в принципе, разобрались. Что-то там. Да я смотрю задание, что-то как-то не отображаются у нас, по-моему, эти тайники на карте. Не знаю. По карте имеешь в виду? Ну да, на карте нет этих тайников вообще. Заказов и прочее, прочее. А, нет, вот тайник Османа, вот они. Отображаются три белые точки. Три белые точки? Ну да, одна из них рядом с нашим основным заданием. Раз, два, три, четыре. Четыре вокруг. Вот. Юбилейный тоннель, что? Про него нам, по-моему, говорили, про этот тоннель. Про какой? Да, раз, два. Да вот юбилейный, у меня отображается юбилейный тоннель. А слева такой знак опасности химической. Не, у меня такого нету. Нету? А если я поставлю вот метку? Я здесь вижу только грибочки и все. Понятно. У меня вот тут еще обозначение какой-то точка маршрута. Вот. И найдите людей, которые смогут вывести вас в сектор 0. Но это люди, которые могут вывести. Это оранжевая точка, она находится прямо под нами, внизу. Вот. Ну что, мы пойдем вот за тайниками? Пошли за тайниками. Пойдем. Ну пойдем тогда. Первый находится вот здесь. Я поставила рядом с ним метку. Давай на метке пойдем тогда. Ой. Можно будет как раз против часовой стрелки там все четыре штуки захватить и прийти к сюжету так, ну, уже. Так, со стороны, наверное, с туннеля можно выходить, да? Или нет, я тут не уверена, там очень темно и страшно. Ну, сейчас посмотрим. Ну да, тут можно пройти. Да? Тогда я пошла к тебе. Пойдем. Тут, в принципе, никого и нету даже. Не доползли. Да, еще не успели зайти. А, не, вон он один выполз из-под этого, из-под фургона. А, ну тут машину можно вскрыть. Ха-ха! Фига себе. О, ну все, тут теперь прям прямо можно идти и нормально. Доползем. Нормально. Ой, груз. Так, кто-то ну... здесь есть. За... Еще один где-то. Есть. Все? Мертвый. Так, ребята, как вас освободить-то, господи? Подойти к ним, по-моему, вот там надо, и всё. Нажмётся. Ой, я потеряли. Потеряли происходящее. Все, вы живы, ребята? Так, что они там нам дают? Ничего. Ничего. Ну, мы два... Мы нет, у них это улучшение для оружия я получила, называется рыцарь. А мне джиггернаут дали. Отлично. Нормально. Угу. Ну, вполне неплохо. Не в ноль. Он все-таки полез драться с зомбями, придурочный. Да ладно, главное, что люди райсы. Да хрен с ним. Блин, я немножко устала. Так, выносливость. Там сзади. Тайник уже близко. А вот и он, где тайник должен быть где-то в этом здании. Угу, идем, значит. Где-то прямо тут. Прям дверь не открывается. Может, на крыше прям? Нет, он показывает, что на этом уровне. Блин, тут эти. Горящие зомби. Охот, открыто достижение. Харанский стрелковый клуб. Так, ну я, конечно, сейчас залезу с другой стороны. Угу. Тут есть дверь. Все, дверь, которую я открыла ключом.
Ага. Так. Где нахрен? Так, открываю, короче. Прям сейчас. О, патроны для пистолета кончились, отлично. Хоть потратила. О, там алкоголь. Так, бечевка. А, ты открываешь, да? Угу. Блин. Ладно. Я пока отстреливаю, если что. Давай. Есть. Там еще один особо опасный, и все. Да, я знаю. Так, что-то интересное нашли. Еще подходят двое. Угу. Простой сил. Короче, они все подходят. Может, дверь закрыть? Она не закрывается, я пыталась. Да? Жаль. Блин, кончились патроны. Все. Я не смогла полутать еще кучу ящиков. Короче, мачете идет в ход. Так, я это самое сейчас соберу, что тут лежит, и можно будет валить. Ага. Тут просто еще ящики взламывать надо некоторые. Вот две штуки, да, которые да, тут лежат. Знаю. Сейчас я пытаюсь. Нормально, нормально. Пока нормально. Тут угу. Столько лута будет валяться сейчас, после этого. Да, это да. У меня что, мачете того? Ох ты, блин, взлом трудно. Най, та-та-та-та-та-та. Отойди, Крейн. Ну ты чё? Да ёжикин дрын. Чё-то я даже угол не могу нормально найти, который... Да? О, нашла. Так, чуть-чуть. Давай. Отлично. Всё, я открыл два последних ящика. Мужик, который неубиваемый. А, наконец-таки подох. Так. Это мы разбираем, это мы берем. Так, все. Ну-ну-ну-ну. Давай, забирай, что там лежит. Уху-ху-ху. Они сейчас будут есть меня. Они сейчас будут меня есть. Уху! У меня закончились просто винтовочные патроны. Сейчас, мне надо похилиться. Иначе сейчас умру. Ай-ай-ай-ай. У меня... Слушай, жёстенько. Так, Ди, нам надо бежать отсюда. Я предлагаю валить. Хотя бы наверх какой-нибудь забраться. Я даже это не могу сделать! Ай-я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 й! Идите вы нахрен! Короче, я свалила. А я упала. Неплохо так. Ты куда? А куда ты упала вообще? Назад где-то я там наступила и прям со скал. Я сейчас приду, если что. Тут цветочки, кстати, есть. Да иди ты нахрен, овца! Сдохните, мать вашу. Да блин, слушай, здесь зомбики вообще больные. Да, есть такое дело. Так, так, у меня... Я вернулся. У меня жизни вообще не осталось. Есть хиляция? Да, есть хиляция. Чем, но... Сдохни, мразь. Так, нам надо отсюда валить, слушай, и срочно. Что-то совсем плохо. Так, я ставлю метку возле следующего тайника. Надо двигать к нему. А еще мне нужны патроны для винтовки. Закончились. Да, вот патроны для винтовки очень сильно нужны. Прям вот капец как. Есть. Наконец-таки я всегда смогла забраться. Ну давай, попробуй запрыгни, давай. Да пойдем. О, мы здесь, еще были, не были? Что-то знакомое. Не, мы тут бывали в этом месте вообще, в принципе.
Ну, да, наверное, да. Знакомое просто место очень. Что ты там делаешь? Я жадная. Да, блин. Ну что ты, ё-моё, ну пойдём уже. А тут никого нету. Все равно. Если я сейчас к тебе пойду, то ну, будет понятно. Кто. Они за мной все попрутся. Поэтому давай. Иду. Ухожу. Все. Так. Иду к тебе. Не. Я ради этого испортила мачете себе, испортила большую часть... Хотя я вот думаю, блин, мне жалко, я потратила на эту хрень без всей винтовочной патроны. Может, мы не пойдем? Давай пойдем по заданию. Давай пойдем по заданию, если хочешь. Да, хочу идти по заданию. Ой, что? Это ты выбросила что-то? Да. А. У меня сломалась мачете моя. Короче, все, на задание погнали, где, блин. Вот с этими тайниками, ну их нафиг. Так, ты выбрала задание, да? Так это ты выбираешь. Ну, выбрался основной сюжет сейчас. Сейчас, да. Вот и пошли по нему, знаешь. Угу. Ну, задание-то ты выбираешь. А я не выбирала. А, ну оно само, видимо. Ну да. Удобно. Ты на трос тоже, да? Да. Запрыгнула. А удобно. Убейте солдат Райса. Мне вот нечем. Ящик. И мне тоже, если честно. Было бы чем их бить еще. О, так. Тут я нашла фиолетовый сундук. Клево. Сейчас приду к тебе. А, слушай, это мы же в школу опять пришли. Мачете там-то я нашла. Возможно, здесь в сундуке особо ничего не будет, потому что мы уже были здесь. А-а-а. Здесь, кстати, еще один тайник находится. Да? Ну, да, тут такая себе фигня. Иду. Ну, по крайней мере, мне там ничего сильно полезного не было. Блин, так, я теперь... Так, мы тут уже были. Я теперь хочу пойти к какому-нибудь торгашу и купить у него пистолет... Ой, ну, винтовочные патроны. Если что, я спрыгнула с крыши. Ага. Тут так, водить, это водичка мирно плечется внизу вообще. Так успокоительно. Надо так. Да. И не скажешь, что тут вот зомби кишки, кровь, мясо, расчлененка, все дела. Ага, так он зомби гуляет неподалеку. Ага. Блин, знакомая местность вся какая-то. Ну, мы же уже, считай, тут почти все обошли уже сами. Ну, в принципе, карта здесь не такая уж и большая. Ну, по крайней мере, карта вот этой части города. Блин, надо пропускаться. Так, собственно, вот мы и здесь. Вот оно, это здание. Только тут надо бы подняться наверх каким-то образом. А, вот, вот здесь можно. Отличненько. И вот сюда. I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here, or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up, and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rise's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane. You're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. Okay. Ну ок. Ждем-с, типа. I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. Crane. Yeah, that's what he said.
Really? Are you sure? Huh. Okay. Right. Что-то ему там кто-то сказал, походу. Окей, мы тебя доставим на другую сторону. Когда? Сейчас. Что насчет платежа? Но ты сделал Райс. Это больше, чем достаточно платежа для нас. Пойди в тоннель, который вел в старый город. Позвони на дверь, которая ведет в сувереи. Кто-то возьмет хорошо о тебе. Сделаю. Спасибо. Нет, мэн. Спасибо. За то, что мы Райсу руку отрубили, похоже. Отлично. Ладно. Это и хорошо. Ну что, нам теперь будет нужно направляться к туннелю. Вообще, по-хорошему, сначала нам надо достать патроны. Как минимум. И вправо закончить на этом серию, то, что мы уже 50 минут. Да, давай. Гоняем очень долго. В общем-то, да. Фактически выбрались из этой местности, нас согласились переправить, это хорошо. Но уже мы будем продолжать наше путешествие в следующей серии, надеюсь, вам было интересно. С вами были Катя, Дидя. Всем пока. Все, спасибо. Всем пока-пока.